Танцорам везде у нас дорога, даже на проезжей части. В рубрику «Народный репортер» от телезрителей поступило еще одно интересное видео. Два мальчика из тех, что обычно не дают скучать водителям в пробках, танцуют лезгинку на проезжей части. Да с таким азартом, что им позавидует любой профессиональный танцор. Скорость водитель не сбавляют ее и юные артисты, не смущает их даже мчащиеся вокруг авто. Искусство искусством, а о плате маленькие коммерсанты не забывают. И видно, как в перерывах между пла танцоры просят положенное вознаграждение. Вот только, судя по всему, они его так и не получили. Ну а я напоминаю, что интересное видео, присланное в нашу рубрику «Народный репортер», мы показываем в новостях. Автором следующего можете стать и вы.